Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители футбола. Сделаем небольшую паузу в наших прогнозах на РФПЛ и поговорим про английскую премьер-лигу, которая тоже весьма интересная в плане футбола, в плане каких-то интересных противостояний. Ну, шутка ли, Челси, один из лидеров чемпионата в предыдущем туре, команда Антонио Конте не смогла обыграть на выезде Кристал Пэлас, уступив скромной английской команде. Сегодня у нас на повестке дня очередной поединок для Челси. Очередной, мне кажется, интересный поединок. Челси будет играть с Уотфордом. Уотфорд – команда, которая тоже сотворила сенсацию в предыдущем туре, обыграв у себя дома Арсенал со счетом 2-1. Но Уотфорд, который играет дома, и Уотфорд, который играет на выезде – это две разные команды. Да, Челси среди недели провел матч Лиги Чемпионов с Ромой. Да, вроде бы часть футболистов должна быть слегка подуставшей, но мне кажется, это не так. Мне кажется, что у себя дома аристократы выдадут действительно интересный поединок, зрелищный, главное, и подарят радость своим болельщикам. Ну а зрелищный футбол – это тот футбол, где много забитых голов. Поэтому ставим в этом матче на то, что в матче будет забито более 2,5 мячей. Коэффициент может быть не такой большой, но он весьма и весьма играемый. 1.65. Если вы согласны со мной, то поставьте лайк, не ленитесь. Также в комментариях не поленитесь написать свои мысли по поводу матча Челси-Уотфорд. Подписывайтесь обязательно на мой канал. И, конечно же, вступайте в мою группу, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании у этого ролика. Farmer in the...